Никаких билетов, членов жюри и ограничений по допуску. Кругосветный фестиваль уличного кино продолжает шествие по России. Минувшей ночью сеанс в сквере у памятника чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. В программе короткометражные фильмы молодых российских режиссеров. 9 лучших картин молодых российских режиссеров за прошедший год – программа фестивальная. Ленты не для большого экрана, а для огромного – «Под куполом неба». В ролях Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. На кинофестиваль приходят всей семьей. Программа для всех возрастов. Почти все 0+. Просто вспомню, что без княжества остался. Да и без ужина тоже. Но Феврония его успокоила. Не волнуйся, говорит. Бог лучше знает, кому дать чего. А у кого отобрать? Ложись-ка спать. А утром, о чем грустил, к тебе вернется. Так и случилось. Мне нравится смотреть мультик с мамой и папой. А вам как, расскажите, пожалуйста, вот вы сидите на свежем воздухе, на улице, смотрите фильмы, мультфильмы, расскажите свои впечатления, эмоции. Очень хорошая идея, прекрасная погода, прекрасный мультфильм. Очень понравилась мне эта идея, и хотелось бы, чтобы хотя бы раз в неделю собирали родителей с детьми посмотреть русские сказки, какие-то познавательные фильмы. В душах детей отзовется только добро, чего сейчас как раз и не хватает. Фестиваль уличного кино продлится до 15 сентября. Кинопоказы будут организованы и в других городах республики.